Понятно. Так. Сцену чуть-чуть поднимем, табуреточки сбоку, ну, нормально. Вам чем-то помочь? Мы артистки и хотим у вас танцевать. Артистки? Угу. Да? Очень хорошо. 10% с каждого клиента. Тогда мне 5 с каждой выпивки. Спасибо. Чего уставился-то? Красиво. Семен, уровень сервиса растет прямо на глазах. Деньги плати. Ну как? Просто... Антонина! Да, Сергей Петрович. Соедини меня с комитетом. Одну секунду, подождите. Дмитрий Михайлович? Да, Романов. Слушаю. Я вас прошу, сделайте, пожалуйста, повторную экспертизу. Зачем? Ну, это какое-то недоразумение. Это у тебя, Романов, сплошное недоразумение и халатность. А у меня бумага с экспертизы и из следственных органов. И полное отсутствие доказательств существования на твоем прииске золотоносной жилы. А люди тебе поверили. Приехали. И двое уже погибли. Теперь что прикажешь? Ждать новых жертв твоей самодеятельности? Дмитрий Михайлович, золото в руднике есть в промышленных масштабах. Я уверен на все 100. Твоя уверенность, Романов, для государства ничто. Золото вещь материальная. Оно или есть, или его нет. Жди комиссию. Где у нас сейчас Курочкин? На прииске, на Раздольном. Документы на закрытие позавчера прислал. А чё сам застрял? Не возвращается принципиально. Собирает доказательства на главного инженера. О превышении полномочий. Отзывай его срочно. Пусть на Айпач едет. Это сейчас важнее, чем какой-то там инженер. Можем Сидорова послать. Я сказал Курочкина. Значит, Курочкина! Работайте, работайте, мужики. Лишь бы работать дали спокойно, а то не очень хочется под камни ложиться. Эй, народ, чего не работаем? Передохнуть остановились. Свет мешает? Нет. То, что ты думаешь, мешает. Я стал разговаривать вслух. Нет. Просто я все равно слышу. Сережа, ты напрасно себя так мучаешь. Это плохое место, и здесь ничего. Ай, ну мы же договорились, никаких разговоров о проклятиях. Все неприятности от людей. И духи здесь ни при чем. Не сердись. Я просто сказала то, что я думаю. Прости, прости. Устал. Не все так просто. Все не просто, потому что ты о себе не думаешь. А думаешь только о других.
Конечно. А может, тебе в больницу, в райцентр? Все-таки врачи рядом надежнее. Я не хочу ни в какую больницу. Хочешь, не хочешь, а придется. Но я пока не хочу. Раньше времени. Все, приехали. Да не хочу, говорит. Ладно, давай, пока. Счастливо. Пока, мужики. Давай, подвези, пока, а ну, пока. Хорош, веду, я что, ежак, что ли? Привет. Тренируешься? Ну да. Здрасте. Что за праздник, Вера Алексеевна? Праздник. Настоящий праздник. У сыночка моего, у Геночки, день рождения. Да. Так что приводи себя в порядок, постоялец дорогой. И за стол, милости прошу. Не откажи у вас. Ну, как откажешь. Раз такое дело. Не стесняйтесь. Плачьте, если хочется. Плачьте, я же все понимаю. Не понимаю. Не знаю, что делать. Чувствую, что Генка мой в беде. Сердце на кусочки рвется. Все слезы выплакала. Все молитвы прочитала. А что еще? Я не знаю. Я знаю. За здравие выпить. Ну-ка, берите рюмку. Берите, берите. Ну, давайте. За здравие. За здравие. Хорошо. Вот так. За здравие. Вот попал-то. Как же мне с вами общаться-то, черти? Говори по-русски, попробуй, сам черт. Где я? Россия, Сибирь, дома. Как будто и не понял, что я сказал. Так я повторю. Нечего на мою дочь заглядываться. До конца смены еще целый час. А ты своим делом занимайся. Thank you.
пойду отлить. Давай. Самогон? Мужики, пусть пьют. Во, а мы с тобой рашки вишневой. Вишня в этом году родилась, видимо-невидимо. Я уж не пожалела. Аккуратно пей-то. Ой, рашка-то сладкая. Не сразу поймешь, что крепкая. На стол не ставь. Держи в руке. Стол должен пустой быть. А то карты брать будут. Ну? Ну, на кого раскладывать-то? Не знаю. На меня раскладывай. Че было, что ждать? Ну, чего ждать-то? Ну, чего ждать-то, Антонина? Жить надо. Семью строить надо. Детишек ржать. Ну, пора тебе детишек-то ржать. Ведь чай не девка. Господи, сколько новых мужиков-то понаехало. Неужто выбрать никого нельзя? Да боязно как-то. Я тебе, Тонечка, вот что скажу. Из карты вправду скажу. Хватит тебе себя жалеть. Так можно одной на весь век остаться. Желудчиха! Обождешь! Мать твою! Дай-ка сюда кружку. Где ты? Обождёшь, говорю! Ревун! Ну чё, буянишь? Ты видишь, над малинником осы вьются? Ну? Там она. Наверное, брашку с кем-нибудь пьёт. Фу, посрань. Там? Там. Жлучиха, я тебя ору, ё-моё. Думал, ты в подпол провалилась. Не дождёшься! Стой здесь, а! Стою. Ходите. Продыха от вас нету. Цыпа. Ешьте, сладенькая. Сладенькая, ешьте. Привет хозяйке передайте. Значит, твои завтра возвращаются? Угу. Ну, поздравляем, если ты рад, конечно. А то! Знаете, я вам что скажу, мужики? После четвертого ребенка какая разница? Хоть пять, хоть шесть, все равно дурдом. А какой срок у Эмки? 5-й месяц пошел. О, большой уже. А когда она у тебя уехала? Где-то полгода назад. А вы на что это намекаете? Да ладно, Щербак, нам не на что намекать. Ты ешь, ешь. Танька моя хорошо готовит. Нет. Я не понял, мужики. Ну, что понять? Счастливый человек-то, Щерба. Сам же говоришь, где 5, там и 6, уже без разницы. Танюш, кто на обед? Иди туда садись. Понял. Ну что, мужики, чем порадуете? Ничего. Галяк. Ну, ты что в котле? Ты ничем не порадуешься. Радуй, порадуй. Как думаешь? Слушайте, да выйдем еще на жилу. Что, не найти, что ли? Перестань. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Господи, да куда же они подевались-то, эти куры, а? Господи, темнота не видно ничего, а? Таня! Что? Таня, что случилось-то, а? Ничего. Не-не-не, подожди. Я вижу, как ничего. Давай, рассказывай.
Мам, ну пусти. Сейчас тебе пущу. Давай рассказывай, я тебе говорю. Тебя что, обидел кто? Ты не бойся. Если что, мы отцу скажем, ты... Да не надо ему ничего говорить. Это почему это не надо? Да он и так следит за мной, как за маленькой. Никого близко не подпускает. Так ты что, из-за отца? Из-за кого еще? Господи. А я-то бог не весть что подумала, а? Цып-ц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 ып. Да слава богу, что никого к тебе не подпускает. Старатели, они же те же самые цыгане. Цып-цып-цып-цып. Сегодня тут, завтра там, а потом ищи ветра в поле. Мам, ну а мне-то что делать? Цып-цып-цып. Ну мне местные все в дедушке годятся. Ой, да прям, так уж и в дедушке. А что, в бабушке? Цып-цып. Да ладно, Тань. Да перестань ты реветь, я поговорю с отцом. Таня! Тань! Ну... Ну что случилось-то? Таня! Что, понравился, что ли, кто? Ну, не говори. Ну что, понравился? Ну? Понравился. Зовут как? Отец не дал познакомиться. Доча. 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 И чего я поговорю? Да. Тань. А куры-то где? Дурочка моя. Ну чего? Ну что, давай. Ну бери. Доча, посмотри у сарая. Мам! Мама! А чего это с ними, а? Мама, они ж пьяные. Тихо, 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 тихо. Ах ты же лучиха. Пошла вон! Ой. Пошла вон! Зараза! Ой, господи! Ой! Ах ты, ирод! Косоглазый! Ты что же пошла. Это, тварь, ты бессловесно бежишь? Тварь! Потому что на мой ароматные трава опять кушают! Пошла отсюда, мамашка! Пра, пошла вон! И больше играть сюда не приходи, иначе на суп пойдешь! Ух ты! А! Я тебе с самого чахахбили сделаю! Мадзедонский ты прихвостень! Вот тебе! Съел! Во! Пойдем отсюда, маманя! Тьфу на тебя! Сволочь! Пойдем, пойдем, Манька! Иди сюда, киса моя! Сапрон, ну посмотри, кажется, к тебе идет. Че вытворяли, девки? Че вытворяют? Девки, за вас любимые. Чего сидишь? Понравился ты ей. А? Значит так, делай что-нибудь. Давай, давай. Вот, процесс пошел. А девки, а? Ох как! Давай, давай, Сапрон, Сапрон, ну давай, давай! Это любовь раз в жизни! Привет, честная компания! И наша вам. Садись, коль не с пустыми руками. Что я, первый год по приискам? Знаю, к вам с пустыми руками соваться, только лишний раз нарываться. А я думал, сегодня добычи не было. Завал разбирали? Так нет, уже работали сегодня. И сразу на жилу вышли. А что так тихо-то, да? Так не знает еще никто. Да и непонятно, на что вышли. Добрый самородок. Молодец, щегол. Расплатись. А чего так мало? Романов за первый самородок премию обещал. Романов? Что ж ты не пошел к Романову? Мы с тобой давно знакомы, змей. А Романов? Кто он для меня? Ну, ваш.
Выдай премию. Благодарствую. Играть будешь? Вот на премию. Больше ни-ни. Ну, на премию так на премию. Твои деньги. Тебе решать. Еще. Здрасте. Да! Добрый день, Дмитрий Михайлович. А, Курочкин? Заходи, присаживайся. Чай, кофе или сразу к делу? К делу, Дмитрий Михайлович. Вот за что тебя ценю, Курочкин, так за то, что расслабляться ты не любишь. Не умею, Дмитрий Михайлович. К тому же понимаю, с прииска Раздульной отозвали не просто так. Конечно, не просто. ЧП у нас наипаче. Слышал? Два человека погибли. Все так. В общем, давай мотай к этому Романову. И как положено, как ты умеешь, проведи проверку. На мой взгляд, прииск необходимо закрыть. 40 лет работы выжили все, что можно. Теперь Романов какой-то самодеятельностью там занялся. Замки из песка строит, людей обманывает. Нет там золота и быть уже не может. Понимаю. Тогда можешь сейчас на пристань. Там на Айпаче баркас в ночь пойдет. Только прошу, Курочкин, по-быстрому сажать никого не надо. Заключение составь и обратно. А дальше я сам. А на Раздольном главного инженера надо посадить. За нарушение техники безопасности и превышение служебных полномочий. Но я поехал. Вернешься с Айпач и сразу на свой Раздольный, если медом тебя там намазано. Договорились? Договорились. Ну что, мужики, чем порадуете? А, потеряли жилу. Здорово, сын. Здорово. Напиться впору. Петрович, я поехал. Угу. Держись, мужики! Давно тренируешься? Только начал. Так и поверила. А что, маме звонить больше не рискуешь? Правильно. А то совсем распереживается. Что это у сына случилось, если каждый день звонить ей будешь? Не звони ей больше. Хорошо, не буду. Точно. Фарт у меня сегодня. А фарт штука непостоянная, поэтому пойду, пока не поздно. Слышь, Щегол, а что ты больше любишь? Золото или деньги? А? Так и то, и другое неплохо. Ну да. Ну видишь, золото оно хоть блестит, а деньги даже не пахнут. И деньги заблестят, если их с умом. А давай так. Мое золото против твоих денег. Давай. А? Сними. Еще.
Еще. Все. До завтрака, Валер. Бубновый. Ну почему Бубновый-то, а? А, неважно. Только незачем за мной больше ходить. А можно я вас до дома провожу? Зачем? Дошла уже. Ну, мало ли. Красивая девушка, одна на улице. А вдруг хулиган, охнуть не успеете? Ну, во-первых, я не девушка, во-вторых, охать не собираюсь. А в-третьих? Найди ты себе кого помоложе. А мне вы нравитесь, я вас провожу. Ну, давай. 10 шагов. Улица у нас общая. Ну, проводил? Спасибо. Иди. Тоня, вы мне правда очень нравитесь. Вы красивая. Я таких женщин вообще никогда... Ой, как мальчика-то развезло. Только это моя территория. И без разрешения не ногой. Пойду пройдусь. С человечком с одним поговорить надо. С каким человечком? С тобой пойти? Отдыхайте пока. Вон девочек разомните, скучают бедные. Эй, кавалер, как зовут? Коржиком все зовут. Так не пойдет, как мама-то называла. Антоном. Ну, заходи, Антон. Хоть чаем угощу. Здорово, Романов. Здорово, коль не шутишь. Не шучу.
Теперь мне с тобой поговорить надо. Говори. Но я с тобой не на крыльце разговариваю. Ага. Заходи. Садись, поешь с нами. Чаю выпью. Это что? Золото, которое ты ищешь. Чаю налей. Откуда? Когда? Сегодня. А мне зачем принес? Да денег ты не берешь, а у меня свои принципы. Я игрок, а не вор. Надо выпить. Ая, стопки. Верная примета, если первый самородок не обмыть, добычи не будет. Ну, давай. Кто самородок тебе принес, конечно, не скажешь. Почему так думаешь? Скажу. Я, знаешь ли, Романов привык в открытую работать. Крыши у тебя нет. Денег сам не берешь. Получается, я сэкономил. С одной стороны. С другой, вроде как, все равно должен. А долгов я не люблю. За долги в моем деле башку отрывают. Но я не в твоем деле. А интерес-то у нас один. Золото. И чем раньше ты его найдешь, тем скорее мой бизнес поднимется. Змей, ты же знаешь, я тебе не позволю. Ну, я знаю, знаю. Твои принципы я знаю. Только мир-то ты не переделаешь. Если кто захочет играть, будет играть. Не со мной, друг с другом начнут. Тебе же главное, чтобы на свои играли. Будут играть на свои. А ежели кто с воровным золотишком, так я сам тебе говорить буду. Уберешь всех, кто ворует, у тебя не прииск станет, а коммунистический рай. Свобода, равенство и братство. Ну что, по рукам? Змей! А самородок щегол принес. О-о, тебя оставлю. Не как Магарыч, а как вещдок. В долг. Потом отдашь. Спасибо. Да ладно. Я не гордый. Счастливо. Сейчас другого выхода нет. Венки тебе золото от чистого сердца предлагали, ты не взял. А у этого человека сердце змеи. А он и есть змей. Так зачем же ты взял? Змеиный яд иногда полезен. Thank you.
Что? Чего вам? Чего случилось, мужики? Твоя? В чем дело? Хозяйка дала. Да в чем дело? Знаком тебе этот самородок? Еще есть у тебя? Нет. Честное слово, нет. Сергей Петрович, Щербак, бес попутал. Мужики, да... Да я... Давай, готово. Здорово. 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 Пойдем, здорово. Покажешь, где вчера породу рубили. Держи. Боров, так ты видел, как он брал самородок? Нет, не видел. А может, ты с ним в доле? Что я, придурок, из-за самородка башку подставлять? Была б сотня или десяток. Рубили вчера. Антон. Что? Проснись. На работу пора. Да и пусть. Иди сюда. Да. Что? Прекрати, мне тоже на работу пора. Да что с ней будет? В лес убежу, что ли? Тонь. Прекрати немедленно. Помнешь же. Помнешь же. Переоденешься. Здорово. Ну, считай, повезло тебе, щегол. Не появляйся больше на айпаче. Варья на приске больше не будет. Это я тебе говорю. Пап, ну привет. И вымахал лось. Давай скорее, чемодан тащи. Ну, вы мои родные. Привет. Как, пап, вкусно, как же я по вам соскучился. А? Сопляк ты еще. Ни хрена не понимаешь. Ладно, я. Посмотрим, как ты с серьезными людьми базарить будешь. По-серьезному и буду. Ага. А ты живо на палубу. Слыхал я, бывшего мента здесь застрелили. Снимай погоны, пока не поздно. Пока живой. Иди! Ну давай, иди уже! Мужики, дорожку нам дайте! Тетя Эмма, здравствуйте! Участковый комар. Папа, да? А мама сказала, что ну мы больше сюда не вернемся, что приз закроют. Да кто же его закроет? Спасибо, да что ты, да раз мы дадим. Надюшка, родненькая. Переоделась? Ну все, Антон, что? Хватит. Я не шучу. Я тоже. Все. До вечера. Иди. Значит, до вечера.
Договорились. До вечера. Стой! Через окно пришел, через окно уйдешь. Постой, Антонина, я не хочу так, у меня все серьезно. А я не хочу никакого шепота за спиной. И, пожалуйста, дворами. Угу. А вечером тоже дворами? Но вечером видно будет. Все, иди. До вечера! Курочкин, из комитета драгметаллов с проверкой.